Press any button. Так, захват альты. Mega Man Battle Network Legacy Collection. Предпоследняя, пятая. Предпоследняя, пятая? Press any button. Hey, how you doing? Let's hang так. For a bit. Battle Network, Team Protoman, Colonel. Так, Change Version. А какая у нас? Team Colonel, Team Protoman. Так, мы играем за Протомена. Подожди, Протомен это же наш милишный. Это же милишник. Милишник это имба. Мы какую будем играть? Team Colonel или Team Протомен? Я должен выбрать, не глядя, кто лучше, Colonel или Протомен? Я думаю, что Протомен, конечно же. Потому что, скорее всего, они ничего нового не изобрели. Это просто по старинке надо будет мечом бить. Тут очень сложно выбрать, но я бы предложил Team Colonel, потому что там будет новый второстепенный персонаж. Ну ладно, хорошо. Team Colonel. Старт. Новый второстепенный персонаж. Вот это да. Как может так вести? Ньюгами. Так, сейчас, секундочку. Для начала надо пойти... Ты мне, кстати, карты никакие не скидывал в этот раз. Что, конечно же, фигня. Так, Ламповый Дедусио, Мегамен Бен ЛЦ. Тут еще такой прикол, что в этой части сюжет меняется больше всего между версиями за счет вариаций избегаемых. Так, хорошо. Let's fucking go. The, год 1900 какой-то, хрен пойми какой, киберсообщество практически было завершено, что бы это ни значило. Скинул ссылки на карты. Уж потом. Мы сделали то, что мы баночка. Теперь это на следующему поколению придется завершать наши исследования. Да. Наши потомки 100% завершат то, что мы начали. 100% вот нет. 100% нет. Давай на это надеяться. Флешбек. Да, это 1900 год, это вообще что такое? Годы спустя, в 21 веке, сеть сохраняет спокойствие в обществе от всех киберугроз. Элан! Вставай, Элан! Мегамен беснуется, Алан. Я пытаюсь поспать. Лан, ты не можешь спать. Ты не завершил свою домашнюю работу. О боже, я как Лан тоже не могу завершить свою домашнюю работу. Доброе утро, Мегамен. Не утречкой мне. Каждый раз, когда ты начинаешь делать домашнее задание, ты засыпаешь. Ну же, Мегамен. Это лучше, чем засыпать во время уроков. Согласен, кста. Обрати внимание наверх шкафа. Да, там две какие-то фигуры, которых раньше тут не было. Лан получил персональный терминал. Пет. Эй, как насчет того, чтобы прыгнуть в сеть? Это меня взбодрит. Знаете что, пойду я носочки надену, я чувствую, что мне холодно, я вообще немножко подзаболел, потому что меня вчера продуло. Так, сейчас, секундочку. Ты не узнал Виздок и робот из данжа в замке Кастилла? Я еще даже на них посмотреть не могу, они у меня закрыты. Так. Заболел, опять хочешь устроить скомодни? Ну, если бы хотел, сегодня бы устроил. Во-первых, во-вторых... Ты что, альтернативку какую-то заказал? Нет? Так и нехер трындеть! Шлакоед. А, окей. Но только немного.
Как только отсоединимся, будешь делать домашнее задание, окей? Кэй-кэй-кэш, да-да, обязательно. Подруг... Лан, ты не мог бы подойти на секундочку? Хм, это мама. Интересно, что стряслось? Иду, мам! Уйдем. О, мне сразу. Лан, у тебя письмо. Да-да-да. Ой, иди нахер с обучением. Так. 745-я игра. Ага. Подсказки и дополнительная инфо. Помогает Нед Батлерам. Три ход... У нас три новиночки. Нет, пошел нахер. Ничего мне из этого не надо. Б. Нет! Эскейп! Как отменить? Нет! Иди нахер! Все. Ну, хотя бы дали возможность пропустить обучение. Надеюсь, тебя не затруднит пройти обучение, потому что не вирус. Сука! Шестая или пятая игра на одном и том же движке. Одной и той же текстуре с одним и тем же обучением. Чё за гнилая привычка? В это дерьмо никто не играет, кто не играл в предыдущие игры. Нету такого. О, пятая часть игры, охеренной игры. Сейчас обязательно поиграю сразу в пятую, чтобы, не дай бог, на БУ графику не смотреть. И видят вот это. Мудаки. Так. Дайте мне поджикиниться. Просто мудаки. Какой же азиатский геймдизайн душный. Как они это вообще... Лан, ты не мог бы сбегать в магазик? Я тут вся зашиваюсь. Конечно, мам. Да? Спасибо тебе. Ты не мог бы отнести это к Нави моего друга? Стюрек. Стюрек. А где Нави твоего друга? Она в киченкомпе. Киченкомп. Ты можешь добраться до ACDC, до киченкомпа из ACDC зона 2. Понял тебя. Погнали, Мегамен. Так это, наверное, мейл, да, наверное, или мама мейл. Так, погнали. Да-да-да. Спасибо, дорогой. Так. Так, ну сразу пошли карты открывать. Что там мне Фалькорка наскидывал, помимо вирусов майнеров. Фалькорка уже 10 тысяч лет мог, на самом деле, наскидывать мне, надавать мне ссылки на майнеры, короче. И таким бы образом с моего компа заработал бы на альтернативы. Гениально. 35373. Так, это создать папку Мегамен BNLC5. Туда эти зипы поместить. Распаковать и один, и другой. Значит, один это late, а другой ACDC. Вот, вижу, это говно. Шикарно. Так, в смысле, мама мэл? Вы сидите, родители, если только Улан, остальные дети в районе лишь сплошь сироты. А, вот она что. Значит, это сама мэл. Или яй. Так. Подожди, а что это так? А, подожди, это, наверное, я как-то... Я, наверное, как-то не прочитал текстуры по их внешнему виду. Да, внутри зеленого я могу ходить, все понятно. Ой-ой. О, это же Митауры. Лан, вирусы наводнили твою страничку. Так. Так. Сейчас Мегамен будет... Let's try some вирус, Бастин. Operate away.
Он типа слишком сонный, твою мать. Иди нахер. Иди нахер, я даже обсуждать это не хочу. Пошел вон, идите нахер, челы. Это просто, это неэтично. То, что вы делаете со мной, это просто изнасилование. Они еще издеваются надо мной. Да. Иди нахер. Иди нахер. Так, постарайся не уснуть, истребляйте вирусы. О, да. Ладно, еще идут. Это только один из трех. Мне похер, отвали. Отвали. О, кстати, у меня стартовая дека вполне себе хороша. Да-да-да, астериксы. Да-да-да-да-да, ничего нового. Вообще, да, никакой новый. Можно, пожалуйста, пустите? Какие же... Шлакоблокни. Мне, кстати, две зоны дали на S. И широкий меч на S. Вообще отлично. Конкретно в этой игре все новые механики запихнуты в мидгей. Ура! Понятно. Emotion window. О, нет, вот этого у меня не будет. How do I operate you well? Да, судя по всему... Так, а L у нас как работает? Можно почитать? Throw the mini-bomb 3 square health. Ага, только просто чисто навесная штука. Вулкан ставки на спорт, airshot, airshot. Ну, давайте так. А, подожди, у тебя удвоенная атака? Угу. Отлично прожарено, Лан. Все, можно играть. Господи, изнасилование обучением. Сука, я как... У меня аж прям скрипит что-то в душе. Я как будто кусок души потерял. Я из души потерял. Теперь... Душа. Все, пусти. Отличная работа, Лан. Fuck you. Да, бегу! Пустите. А, на самом деле справедливости ради, зато мне дали хороший чуфолдер. ААББ, 3 эйршота, вулканы, мусор, мини-бомбы. 4 сварда дали? Дали 2 вайт сварда... Сварда, вообще прям кайф. Крэкауты, рекаверы, рекаверы 10, ариаграб С. Почему мне, кстати, только что... Мне в прошлой катке дали 2 ариаграба, а теперь у меня почему-то их... Очень странная история, ну ладно. Ну, короче, стартовая дека у меня хорошая, действительно. Так, ACDC, зона 1. Так, хорошо, пошли сразу... Что ли, чекать все дерьмо? Что это такое? Это... Херня полная. Мини-энерджи, это мне вообще не интересует. Вот это что за херня, здесь ничего нету. Здесь почему-то как-то интернет совершенно по-другому выглядит. Так, деньгов дадите? Нет! Я чуть было багфраг не просрал. 1000 зенисов сразу. О, май fucking god, come to папа. Дабл крак, звездочка. Сойдет, в принципе, хорошо. Точно лучше, чем другое дерьмо, которое у меня есть. Рассказывай. Я, знаете, что в этой игре я не буду покупать. Так, сникран.
Sneak Run это... А, For a While, здесь Sneak Run покупной. Ну, это, кстати, хорошо. Подожди. Living already. Подожди, а это что, значит, то, что у меня нету Мегамена, что ли? А где мой Мегамен? А, рекчип 4 МБ. Мегачип, гигачип. Программ никаких нет. Ну ладно. Так. Арарагисан. Ролл просто игнорирую. Баба. У меня будет прохождение мужла. Так, вулкан ставки на спорт сойдет. Че девочку обидел? Ладно, я шучу, сейчас вернусь. Так, подождите, а какой у нас порядок? Атака плюс 10 на следующее. Сначала атака плюс... Сначала плюс атака, а потом пушка. Или как? В каком порядке? Напомни, пожалуйста, я совсем забыл. По-моему, в таком. В таком, да, давай, иди сюда. О! И биби. А что это у него за анимация какая-то такая необычная? Угу. Как-то бассейн левел даже как-то проще идет. 800 зенисов, шикардос. 1800 уже есть. Привет, красавица. Что делаешь сегодня чем? Привет, Мега. Здорово, Ролл. Ты куда? Я по делам для мамы. Гатсман и Глайд в ACDC 2. Если встретишь их, поздоровайся. Я прям не знаю, что и сказать. Меня просто... Меня уже микрят. Так, о, это новая. А, это Кангард. Это типа та же то же самое, только в профиль, понял. Ой. Как я слабенько сыграл. Гуард Кей. Так, с рандомами я разговаривать не буду. Хотя, ладно, с этим. Ой, иди, это обучение. Саша, как ты, какой ты тупой. Как ты мог попасться на эту ошибку? Еще два раза нажал на него. Отойди от меня. Трек Биби. Ну, тут такое все. Маркен С. Опа, на С. Это что-то новое. Дай сюда. Маркен. Думер Экс. Локс он 3 Роуз. Я не знаю, что это, но я это возьму. Вулканы мне пока не покатят. Бомбы я ненавижу. Бастер, крэкаут, рекавери. Рекавери на L. Уберите, пожалуйста, нахер из моего чата. Ага, все, дабкрак. Все, хорошо сойдет. Забыл. Пока все хорошо идет. Так, эту хрень я не возьму. Эту хрень не возьму. Так, мы в ACDC 2. Ей-ей-ей-ей-ей. Так, хорошо. Так, что у нас здесь? Ничего интересного. Здесь... Где у нас Kitchen Pump? А, господи. Через всю карту. Ага. Нашел дурака, я не буду с тобой разговаривать.
Так, здесь я догадался, что будет спредер D. А, чушь, Петровна. Это берем сразу же. Так, гасты сразу. О, впечатляет. Пауи. Так, а как он на меня прыгнет, да? Да. Сойдет. Guard K как-то мусорно прям наваливают. Копи дэмэдж уже. Хорошо, это прекраснейший. A, B, D, B, L, L, S, S. Река в 10 я никогда не заюзаю, я уже знаю это для себя, поэтому... Астерикс копи дэмэдж, красота. Пролетаем здесь, здесь что? Декс HP, ничего интересного. Конечно же, у меня вдруг, как в сказке, нету анлокер. Анлокера у меня нету. Так. Прыгалки. О, что это такое? Марк Кен. Давайте так пока. Вот сюда. Давайте посмотрим, что это за... Ага, вот так вот. Он еще ищет его. Это, кстати, чел... Guard 1, 2, 3. Здесь, кстати, неплохие чип... чипы щита у метавров. Квака. Квака хороша. Так, это чушь. Это... О, здорово, пацаны. Здорово, Глайд. О, привет, Мегамен. Что тебя сюда привело? Я по поручению от мамки. Какой ты добрый мальчик. А я и могла бы поучиться от такого хорошего парняги, как Лан. Ой, только не говори, что я так сказал. Гац, гац, гац. Мегамен, это ты? Здорово, Гацман. Я сейчас торгую чипами с Глайдом. У этой яй действительно дает своему Нави самые крутые чипы. Да. Слыхал, видал. Так, нетдилер. Рассказывай, HP Memory вряд ли, спредер зве... Ой, с... Ой, смотрите, наконец-то. Longsword C. Фу, сука. Какой кошмар. Кстати, смотрите, CMS, они честно теперь пишут, что, к чему и почему. Есть спредер, есть просто HP Memory за 1000, но HP Memory за 1000 это хорошо. Кастомный сворд это нет. Хайкэнон это... О, кстати, Хайкэнон теперь в два раза сильнее, не 60, а 80. Молодцы, отбалансили. Но на самом деле, как бы есть HP Memory, и HP Memory за 1000 это стоит очень много, а вот за 3200 я уже подумал. Спредер 3200. Здесь же. Что же это такое, же, ребята? Ладно, конечно, это Астерикс. Так. Есть смысл покупать Longsword C. Есть смысл покупать Longsword C, чтобы потом у Хиксби была S-версия. Так работает? Это явно для этого нужно. Это потом на Longsword C, чтобы получить... Чтобы получить Longsword S, нужно купить Longsword C впоследствии. Скорее всего. Я уже просто настолько в этого говно наиграл, что уже понимаю, как мыслят преступники. 350 зенис! Сука, вот это кидок. Кстати, HP Memory дал мне десятку. Воу, вот это гадство. Ой.
Это, кстати, я херню делаю. Надо с этой штуки встать. Это кто-то хватил здесь урона. А, точно, господи, слава богу, я думал, меня просто выхилят на фул. Тупица я, фу, слава богу. Так, Quake P снова. Ну, квака, на самом деле, сколько она наносит? 80? 100? Слушайте, в этой игре точно, точно щедрее игра. Да, это P, но это... Потом, может быть, если 4 наберу, возьму. Так, Kitchen Comb. Проверяем углы сначала. А что-то плато какое-то большое. Ждем. Так, бастер ап. Интересно. Так, это говно просто выкинем. Так, бастер ап. Ага. Прикольно, да, действительно стал 20 бить. Неплохо, кстати. Слушай, а этих бастерапы могут быть бесконечные? Я могу себе раскачать какой-то умопомрачительный уровень, чтобы играть только бластером? Надеюсь, да. А, так и быть, твоя взяла золотая рыбка. Ой, ты ж ёжик. Так. Тебе это пока ни о чем не скажет, но это единственная часть, которая слоу годж полезна в ПВЕ. Посмотрим. Обратите внимание, Пеналаут лишили своего элемента. Прошлом был только в четвертой игре, и после нее он больше не вернулся даже. Простите меня, Нави. Вы случаем не друг... Не... Вы случаем не принадлежите друг... другу мамы. Вау, братан! Вау! 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 Вот, ребят, почему вы должны оставаться в школе. Не бросайте школу, ребят. Учитесь хорошо. О, ты должно быть Мегамен Нави Лана. Я слышал огромное количество хороших вещей про тебя от мамы Лана. Мама попросила отдать это тебе. Стюрек. Божечки-кошечки. Ты проделал такой путь, чтобы отдать это? Я слышал, что мама Лана готовит замечательную похлебку. Поэтому мой оператор попросил ее... О, стюрек! Спасибо тебе большое. Я жду не дождусь, когда смогу попробовать стюрек. В смысле? Ты Найт, ты программа. Что ты попробуешь? Что ты попробуешь, мудак? Передай привет маме Лана. А, мамке привет. Угу. Окей, Лан. Мы закончили. Стю-ресипи? Ну да. А что? Погнали обратно делать домашнее задание. Ты погли... Ты что, шутишь, Мегамен? Это же была просьба мамы. Теперь это... Теперь мое время... Поиграть в сети. Но Лан... Бип-бип-бип. Лан, у тебя письмо. Оно от папы. Я прочту его. Лан, пожалуйста, подготовь всех.
И приведи их в Сайлэб. У меня есть кое-что, что я должен вам показать. Вау! Интересно, что же папа хочет нам показать? Я так полагаю, все это MailDex и Яй. Ну ладно, давай отсоединяться и поищем пацанов. Отсоединяйся, Мегамен. Роджер. У тебя письмо, Лан. А зачем мне это письмо? Ты чё, гонишь, что ли? Я знаю... Ладно, давайте на всякий пожарный. Да, это то же самое. А зачем он дублирует это? Просто багло. Так, мама. Так. Так, проверяем всякие места, в которые можно заджекиниться. Чтобы HP Memory не факапить. Да, классическая. Давай попрощаемся с мамой, прежде чем уйдем. Нет, я маленький бунтарь. Мам, пока! Спасибо тебе, Лан, Мегамен. Мой друг так счастлив из-за того, что получил рецепт. Что? Отправляешься к папе? Тогда хорошо тебе провести время. Все, ты доволен? Реально маленький тиран в компьютере. Что-то плато они сделали больше, но нахера? Просто why? Так, ну эта штука может пробивать, поэтому... Ой! Но! Бич! Я у меня просто пубертат, это уже... Это уже... Пятая игра, я полагаю, что мне уже 5 лет, пора бунтовать. Регап, шикарно. Не, регап это важнейшая штука, чтобы со свордов начинать. Так, и там еще какие-то программы стоят. Программа Конуры. Так, мы тебя откинем на один и вас клеванем. Воруем. Нифига, как быстро за мной бегает. Ля ты крыса. На тебе в мили из дробовика. Гварда. Так, что тут за программы? Рар, протискарик, а? Я могу всех отпугнуть. Ага, понятно. Джекаут. Все понятно. Видно, в ее доме важно включить систему климат-контроля. Окей, хорошо. Так. Твое пианино лезу. Твой компьютер лезу. Вообще просто игнорирую ее. Так, ты случайно мне не дашь какой-нибудь mail? Mail code. В юбку не лезь, только, конечно, полезу. Я пубертат. Мне надо в юбку. Так. Airshot L. Бастер. Airshot L. Ой. Дэмэдж. Лутайнюца. О, Маркан С. Хорош. О. Мини-энерджи. Так, Марк С. Мне точно нравится. Так, что мы скидываем? Ну, река в 10. Это вообще что такое? Уберите нахер.
Угу. Так, ну у тебя и домашняя страница говна. Так. Ой. Ой-ой. Ну, что ж, подрочим. Упс. Ну ладно. Mark N1S вообще прям классно дропается. Так, даб крэк плюс дама корея граб S. Оставляем копи дэмэдж. Если астерикс и все стыдь. Прошу прощения. Ой, вулкан, ставки на спорт. Ну, я не вижу смысла в вулкане, на самом деле, пока что, пока... Это типа квази-АОЕ, причем в количестве трех, но я просто мини-бомб еще больше не люблю. Будь, спасибо. Так, туда. Пусти! Ах ты ж собака. Так. Лезем к ней в хату. В тебя Джи кинется. Эй, Мэйл! Что за стряслось, Лан? Папа хочет показать что-то в Сайлэбе нам всем. Погнали. Конечно. Но мне нужно подготовиться, прежде чем я пойду. А-а-а, женщины! Окей, давай встретимся через 30 минут перед Метролайн. Окей, там и увидимся. Так, это что за школьница? Погляди, что у меня есть. Это мне... Папа принес мне новый пет. Так, отдай сюда. Твою мать, это обучение! Ах ты, крыса маленькая поймала меня! Так, это хата Декса. Так, сразу... Сразу чекаем все. Так, здесь налево. Ага. Би-би. Так, ну этим дерьмом вообще не попасть. Так что... Ждем. Угу. Угу. О, зенисов наваливают. Так, регап один. Есть смысл еще что-то искать или как? О, у него тут бардакс-то. Так, это просто... Уходи-ка. Это что за херня? Почему ты со мной дерешься? Так, S. Нет, S. Вот этот S. Не-не-не. S, S, S. Вот так вот. Бля, я гений, да. Смотрите, какой я гений. Здесь так. Здесь так, здесь так. Ты чё? Это никак. Бежим направо наверх. Опа. Бесплатные 3К. Все, полагаю. Да, да. Чё я в консоль не могу подключиться? Чё за херня? Чё за скам? Чё за нищета? Слышь, лимита? Эй, Декс. Что стряслось, Лон? Папа хочет показать что-то всем в Сайлэбе. Погнали. О, звучит круто. Тогда встретимся через 30 минут перед Метролайном. Как скажешь. Увидимся тогда. Так.
Это Декс. Декс почему-то переехал из огромного двухэтажного особняка, который был подо мной, вот в эту вот херню непонятную, где вместо балкона на серьезных щах окно на балкон, где он живет на площади примерно 5 татами. Один. Так, что по Хиксби? Так, магазин закрыт. Ну, конечно. Ага, в белочку можно залезть, но, к сожалению, не дает инфы. Так, где хата Мэйл? А, подожди, вот это случай мне... А, это хата Мэйл на серьезных щах. Ой, Мэйл, простите, яй. Яй, где твоя пека? Вот она. Налоги не потянул. Рыночек порешал. В белочку можно залезть. Надо хлебнуть. У Мэйл были мини-энерджи, энерджи бомпи. В смысле были? Как это? Я же не нашел, я же все пробежал. Там коридорная лока. Как так, бра? Как так? Абба. Ладно, я не буду ждать. Пи-пи. Хорошо. Так, анлокер. Уяй, чё? Меня назвали бра. Повесился на стене. Так, анлокер с этой стороны. Так, копи дэмэдж на вот этого чела. Сейчас, короче, сделаем вот так вот. Копи дэмэдж на тебя. И тебя... Вот так вот. Ой, хорошо. Так, у нее тут анлокер какой-то. Нет, давай-ка с HP свалим. Уверен, что у нее... Там Кэнбол Си как бы не полезный чип, но 4К у него тратить рановато. Да мусор ссаный. 800 зенисов топ. Ей просто бабки. Все, давайте джекаутиться. У я еще регап 2 должен быть. Да как так-то? Ты мне такую дизинфу даешь? Там нету, там коридорные локи. Как ты это находишь? Я не идентифицирую проходы, что ли, или что? Здесь прохода нет. Здесь прохода нет. Вот проход. Данные могут разниться из-за версии игр. А, все, 100% разнятся, братан. Даже говорить не о чем. Так. Это так. Слушай, не знаю, я, наверное, все-таки вот это так сыграю. Ну, просто лучше. Скорее всего, рега был заменен зенисами. Вот это скам. Серьезно? Заменили регап зенисами? Регап это основной грейд. Это технически как бы просто в игре про силовиков регап это сила. Ладно, давай, хорошо, давай просто проверим джекаут, но до конца, что я не идиот коридорный. Чат БСС. Ой, нет, фу, убери. Нет. Так, бестолочь. Маленькая девочка с андрогенетической аллопецией. Чё у тебя ещё есть? Так. Привет, яй. О, это не... Это ли не Лан? Что тебя сюда привело? Папа хочет, чтобы все мы пригнали в Сайлэб. Погнали. А, звучит замечательно, но мне надо подготовиться. Лиди не может просто вот так вот погнать без подготовки. Окей, через 30 минут перед метро.
30 минут? Ну ладно. Увидимся тогда. Так, климат-контроль, климат-контроль. Где у нас климат-контроль? Бра, тут нет. Burden the Pierce. Здесь нету никакого климат-контроля. SPC Overtop, значит, performance doesn't... Так. Фурнасе. It's not on. Press the power switch, yes. The climate control system is turned on. О, хорошо. Включил. Так, климат контроль дан. This tree been trimmed to look like a dinosaur. Так, о, кстати. Да. Сабчипы. Lock enemy 6K. Untrap. Mini energy. To live, yes. Так, а ты? This tree trimmed to look like a dinosaur. It's all left out of pro... Так, грубо говоря, если в игре есть другие, где ты включаешь объекты в реальном мире, чтобы разблокировать к ним доступ из интернета. Ага. Доступ из интернета? Так получается, я теперь могу компе яй что-то нарыть? Кстати, я не смог в дерево зайти. Где у нас климат-контроль тогда? Или это не здесь? Это же ее хата, правильно? Так. Хорошо, с ей поговорили, дерево я не смог. Комп в дереве за домом Мэйл. Что находится в Осидизе, но тебя пока не пустят. Комп в дереве за домом Мэйл. Братан, вот я нашел два дерева, и ничего из этого не работает, так что сорямба. Так, яй. Так. 30 минут спустя. Уже почти время. Лан, прости, что заставила ждать. Где Декс? Где Декс? Пока его здесь нет. Вот сука. У меня нет времени ждать его, пока он там прохлаждается. Не беспокойся, яй. Он скоро подойдет. Интересно, почему твой папа попросил нас всех прийти? Знаешь, я вообще на самом деле не знаю. Но когда папа хочет что-то показать всем, ты должна быть уверена, что это что-то запредельное. Ой, простите, чуваки. И мне было так весело проводить настройку Гасмана. Я что, я забыл выйти вовремя? Тебе нужно скачать персональный планировщик, Декс. Ну-ну. Поскольку мы уже все здесь... Угу. Давайте посмотрим, что же это за большой сюрприз. Да, Мэйл права. Следуйте за мной все. Декс, как обычно. Так, это мы в Сайлэбе? Ага. Кажется, Сайлэб. Так, ты кто? Так, в эту статую точно можно поджекиниться. Ты кто?
все великие ученые здесь селеби. Что? Делает ли это меня великим ученым? Нет. Я просто надеваю халат и шарахаю здесь в округе. Докапахэт. У них тут так здорово в селеби с этим красивым парком. Возможно, я уволюсь со своей работы и подамся в Сейлэб. Хочешь посмотреть мои сапчипы? И он достает член. Да, опять реально по новой. Так, тут микрочелик. Яндер, я забыл, что это за слово. Круизный шип заходит в гавань. Интересно, сколько он простоит, не могу дождаться. Да. Это что, чипы Джекин, Мегамен, Экзекут. О, хорошо. Лок Энеми подешевел с 10к, кстати. Да что-то как-то, это вообще нахер не надо. Так, о, хорош. К сожалению, придется так. О, забавно, даже если ты его оттараканиваешь стену. Би. Би, 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 би. Йондар там, вон там. Так, это здорово, что... Дай S. Да. Так, Маркан S. Сколько у меня уже Марканов S? Пока что только 2. Copy damage. Dub crack. Я вообще особо не фанат дабкрака, если на то пошло. Ага, вижу мини-бомб L, убираем. Можно по BCDE вас... О, уже 4 Маркана есть, шикарно. Долго наводится, но вещь хорошая. Подождите, а что за херня, простите? Так. Угу. Здесь какое-то днище прям. А, вот оно в середине. HP memory. Так, хорошо. Даже не буду спрашивать, что это за чел, подозрить. Cold art. Ага. Это Сайлэб. Чё, внутрь тогда? Опа! Машина! Час близится. Начать операцию. Операцию. Так, усатый чел какой-то. А я слежу за тем, чтобы никто подозрительный здесь не прошел. Я знаю тебя, ты пацан доктора Хикари. Проходи. Найс, у вас тут. Найс, у вас тут защитка. Да, новый Сайлэб. Да не, они стараются, типа, сделать так, чтобы игра была свежая и занимаются редизайном старых лог. Это очень-очень похвально.
А я могу Маркан S4 взять? Ой, 5, простите. Думаю, что нет. Да. Я сейчас подумал, если учитывать, что у них есть технология корректирования климата, перестройка здания не выглядит так уж невозможно. Да, но ты посмотри на эту планировку. Невозможная здесь планировка, братан. Терминал комплекса. Так, никаких проблем. Поближе прыгни. Спасибо. О, нихера, вот это скам! На тебе. Вэк Пи 4, кстати, пришел. Он наносит сотку. Может быть, это хорошая идея. Сисит. Сисит. Makes this water zone to score ahead. Ага, сисит. Значит, просто все заводичить. Ну, вообще, на самом деле, не такое уж и днище. Типа, хорошо против каких-нибудь там, я не знаю. Я так помню, что если ты на... Если ты огненный на водяной зоне, получаешь... Урон. Или как это работает? Короче, как-то работает. Так. Слышь, пусти к папке. Да ладно, чё я туплю-то? Погнали просто к папке. ID-карт required to unlock the door. О, господи, это кто такой? Это подруга мамы? Вау! Этот Сайлэп! Так круто! Найс, у них тут реворк. Так. Угу. Пап. О, папка. Чунь-чунь. Папа! Господи, у него глаза косят в разные стороны. Посмотрите на лицо папки Лана. Почему у него на картинке... Посмотрите на его свибла. Нет-нет-нет, не слева снизу, где у него карие глаза, а вот эти вот синие. Помойки не рос еще там регап один. Нет, еще. А, ты здесь, Лан? Ты с собой всех пригнал? Да. Ну что, ребят, заходите. Здравствуйте. Сайлэпро. Здравствуйте, доктор Хикари. Отлично, вы все здесь. Причина, по которой я вас сегодня здесь всех собрал, чтобы показать вам кое-что очень особенное. Что-то очень особенное? Да, программу, которую я нашел, когда шерстил старые документы. Упс, забыл свой ID. О боже. Gotta love this secure Sci-Lab computers. Как же я люблю эти надежные, как эти безопасные компьютеры Sci-Lab. Не могу больше ничего сделать без своей ID-карты. Лан, не мог бы метнуться кабанчиком и взять мой ID? А, ну, оно у меня в шкафчике в столе. Окей, ща буду. Да, папа, в каком шкафчике? В большом, посередине. Спасибо. Интересно, какая же мне нужна? Хм.
подтвердить ID, экран почему-то не появляется. Вчера нормально работало. Emergency, emergency. Группа Нави проникла в сеть. Невероятно. И оккупировала некоторые зоны. Эй, кто вы? Жрак. Ты что-то сделал. Сеть была захвачена? Что происходит? О, это сонная... А что это? Что? Все, отойдите от... Загазовала. Ну, конечно. Усыпляющий газ. Что же, черт побери, происходит? Лан, проснись, Лан. Пап, все... Я, кстати, не поковырялся в мусорке, теперь меня сейчас унесут в гараж насиловать в задницу. Подтверждено, доктор Хикари. Концентрация газа 0,03%. Безопасно входить. О боже! Что же, доктор Хикари? Уведите его. Да, сэр! Оп, оп. Отличная, отличная анимация была. Телепорт тела на плечо, вообще бомба. Пик, пик программирования, пик игрового дизайна. Выглядит как 2015 год, не меньше. Мастер Регал, что делать с этими друзьями? Конфискуйте их, петы. Без них они в любом случае будут беспомощны. Да, сэр. Сейчас... Все петы были собраны. Алана не нашли, ребят. Интересно, а почему же Лана здесь нет? Он, сука, на экране! Ну вот он! Вот он, я его вижу! Посмотри, глаза открой! А, ну он этот глаз у него не видит, он не может, у него нету левого бокового зрения. Без разницы. Наша работа здесь завершена. Мы не можем дальше тратить время. Погнали отсюда. Да, это он такой типа, а, без разницы. Лан, это буквально тот чел, который в прошлой игре, буквально на прошлой неделе, надрал жопу ему, надрал жопу его Нави. Единственный, кого надо на протяжении 5 серий игр бояться в этом ссаном болоте. И все такие, типа, ну ладно, нет, ну ладно, погнали. Сейчас он просто берет, протягивает руку, забирает пита у Лана и выигрывает катку. Да, сэр. Да, да, да. Чел буквально смотрит на него. Брат, вон лежит тело. В полутора метрах. Ты не видишь ребенка без сознания в полутора метра от себя. Где же... И это доктор Регал такой. Где же Лан? Пацан смотрит. Вот. И просто молчит. Сука, просто молчит. Папа. Лан. Может, это засланный казачок.
Да! Не саботировал процесс усыпления всех подряд, а просто такой, типа... Лан просыпается. Лан, хвала богам, ты пришел в себя. Я так беспокоилась. Ты спал 3 дня. 3 дня? О, последнее, что я помню, это усыпляющий газ. Погоди, но что с отцом? Он в порядке? Папу похитил Регал? Так это был неплохой сон. Надо его спасти. Я должен его спасти. Лан, ты должен лежать в кровати. А где менты? Где военные? Это был буквально террористический акт. Почему Лан? 6-летний... Лан... будет сейчас спасать собственного отца. Это что за заложница наоборот? Но, мам... Ну же, Лан, делай, как я тебе сказала. А, мам... Лан, ты должен лежать в кроватке. Я ясно выразилась? Кстати, мы первый раз, по-моему, Лана без шапки выглядим. Вставай, Я так о тебе беспокоился. И это еще и не упоминая отца. Врубаюсь, но... Я должен отправиться спасать отца. Но мама сказала, она так обеспокоена. Тебе придется здесь пока побыть. Отсюда попробуем из своей комнаты, попробуем посмотреть, сколько инфы мы сможем раздобыть. Ты прав. Интересно, а что произошло с Мэйл и другими? Все проснулись до тебя, Лан. Они дома восстанавливаются. Все расстроены от того, что потеряли свой пет. Верно. Угу. Ради блага всех. Я должен поискать зацепки. Я слышал сообщение о том, что какая-то группа захватила интернет. Интересно, о чем это было? Да, я тоже обеспокоен. Давай посмотрим в сети. Ну, возможно, сможем найти какие-то подсказки, которые приведут к отцу. Окей, давай сделаем это. Подключись, Мегамен, казни. Блин, а я не могу заджекаутиться? Мне интересно, я из дома могу выйти? Нет, нихера не могу. Он мне будет волноваться, если ничего не узнает. Это правильно. Опа! Как потемнело в интернете. Что? Кто отключил свет в интернете? Все так изменилось. Просто буквально свет приглушили. Что же происходит? Мегамен, давай отправимся вперед. Если нам повезет, мы найдем какие-то подсказки. Все что угодно может произойти, будь начеку. Понял тебя. Так, мне интересно, а какую я стартовое оружие могу здесь... Сколько у меня памяти? 7 мегабайт. Что я могу? Копи дэмэдж, да, получается? Я даже копи дэмэдж не могу. 18 на этот, 9 на меч. О, 9 на меч, это хорошо. 9, 5, 4, 7, 8, 6. Ну, я пока что просто мусор. Эйршотик можно просто, типа... Ну, да... Давайте. О, ёжик, верни, пожалуйста, эйршот.
Блин, вообще факап. Могло быть 10 раз лучше, если бы я тогда в помойке поковырялся. Но теперь я не скоро поковыряюсь в помойке. Дабл крак, звездочка. Сапчип дилер. Ну, он такой, он мусорный. Попробуй пару гардов взять. Пару гардов. Да они на какие-то непонятные буквы. Не, бро, это полный мусор. Копи дэмэдж и би. И еще вот мелочь. Они просто на мусорные буквы. Так, а нахера я это в путь зря греки делаю? Ладно, пойду дальше. Так, а ты у нас найдешься вот так вот? Да, найдется. Вообще класс. Вдруг повезется с триксами, возьми тогда как затычку. Ладно, давай просто попробуем. Ты мне их так продаешь? У меня вот есть мини-бомба, я их все равно ненавижу. Гвард А есть. А есть гвард Кей. Ну, хотя бы А. Попробуем. Они хороши, быстро оформляют контрудары и фулл синхро с них. Так, здесь у нас может быть что-то? Блин, я каждый... Зачем, Саша, ты зеленух ищешь? Давай попробуем. 50 наносят. Давай попробуем. Типа тебе попадают, ты... Ну слушай, ну действительно неплохо на самом деле. Ты вешаешь на себя купол, Гвард Кей. Вешаешь на себя купол, они разбиваются об него, окей. Бакфраг, хорошо. Так, ну давай поищем что-нибудь здесь. Зеленуха, шикардос. Бакфраг. Тут у нас что-то есть, кстати. Так, здесь мусорямба. О! Давай попробуем немножко пофаниться. Стой. Ой, как неудачно. Все, я понял. Извините. Так, а ты же не... Ой, а он же не ударит по этой штуке? Давай for science. Ладно. Nice science, Сашуль, nice science. Nice science, я горжусь тобой, брат. Thunder B. Раньше чипы с шоквейвом от Метаура просто щиты без эффекта отражения. Теперь их объединили в один чип, при этом урон с кольца 50, 100, 200. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, здесь, конечно же, попытаем счастье с сканером. Ты 200 увидел. Нормально. Он там есть. Так, здесь мы проверяли. Это кто такой? Такой задумчивый. Тихо, не говори со мной. Ты мое прикрытие собьешь. Кто это? О, злой.
Ты чё хочешь, пацан? Небула теперь контролирует эту зону. Но ты знаешь, что мы делаем с нами, в которые тут пританцевали в нашу зону? Долбим в задницу! Ну, плюс-минус. Плюс-минус так бы он и сказал. Привет. Так. У меня есть... пострелушка. Ну, давай попробуем. Так вот, хоп-хоп-хоп. Показывай, как ты тут творишь. Ах ты, крыса! Ах, так, cuts enemy in one range. Так, 70. О, нормально сойдет. О! О, прикольно, я его залочил, но... Я его залочил, но он меня отговнил. Так, хорошо, дайте я попробую. Вот это S. Ну, сначала бастер. Классно. Хм. Судя по всему, я тебя недооценил. Я думал, что все нави твоего калибра уже... закончились. Ну что, хватит валять дурака. Я покажу тебе свою настоящую силу. Хм. Ну ладно. Меня штаб вызывает. Что? Ученый, который был похищен в Сайлэбе, проснулся? Ученый, который был похищен из Сайлэба? Они имеют в виду, что это наш папа! Вы куда его оттараканили? А, так ты сынишка этого ученого. Ну что ж, не рассчитывай, что увидишься с ним в ближайшее время. Мы его одолжим. Пока наш план не претворится в жизнь. Хе-хе-хе-хе. Покеда, щегол. Погоди! О, если бы только эта дверь открылась. Ты что, не можешь ее сломать при помощи мегабастера? Нет, эта дверь укреплена ужаснейшей темной энергией. Бастер бессилен против нее. Черт. А шут это типа как говно. Говно! Нам надо что-то другое придумать. Да. Но в любом случае, как минимум, мы знаем, что папу где-то держат. Вау! Еще одна гениальная мысль! Ребята, оставайтесь в школе 2! Вот это да! Вот это жестко было сейчас! Бип-бип-бип. Лан, у тебя письмо. Оно из Сайлэба, ты должен его прочитать. Ньюсфлэш, это я забыл, как это. Новостная... Горячая новость, короче. Как? Молния. Так, Сайлэб... Основная система Сайлэба, в нее проникли... вторженцев надо остановить как можно быстрее. Пока Сайлэб не потерял... Ну, пока контроль над Сайлэб не был перехвачен. Вау! Это что, работа не было? Они все время замышляют что-то плохое. Мегамен, погнали! Но мы не можем отправиться без того, чтобы мама узнала, что мы уходим. Ну, верно. Как нам спасти мир, чтобы мама не заметила, что мы вышли из комнаты?
Нам не надо беспокоить маму еще больше. Надо придумать хорошую отговорку. Да просто соври. О боже, Лан растет, ребята, Лан растет. Пятая игра, Лан начал врать матери. Тебя мейл. Так, это тот же самый мейл, да, ненужный, да? Да, ньюсфлэш. Так, давайте врать мамке. Мам, я к друзьям. Лан, ты не должен перенапрягаться в ближайшее время. Со мной все в порядке, мам. Мам, Декс позвал меня поиграть. Звучит очень весело. Баночка, я пойти? Лан, просто пообещай мне одну вещь. Что ты абсолютно точно не пойдешь никуда, где опасно. Конечно, мам! Конечно! Да! Две лжи подряд! Лан повзрослел! Следующий этап — это бухание и бабы! Наш мальчик! Такой троеточие. Конечно, мам. Прости меня, мам. Думает. Брет мамки и извиняется в мыслях. Пока. Сука. Почему это так смешно? Ой, это очень смешно. Очень, очень забавно. Так, Хиггсби, ты открыл уже? Так, яй. Че тут день заджекинится? Можно у тебя? Как твой ПТСР? Я везде искала Глайда, но не нашла даже и подсказки. Надеюсь, с ним все в порядке. О, как грустно. Так, ладно, пошли в магазин. У меня-то ничего не украли. Магаз. Хиггсби, мудила. Так, Мэйл, я даже разговаривать с тобой не буду. Чё такая грустная? Как будто тамагочи посеяла. Лан, Мэйл здесь. Она не выглядит особенно хорошо. Вау, это лукизм. Это лукизм, Мегамен. Ты себя видел? Осуждаю, осуждаю, мужло. Лан, хвала богам, ты пришел. Мэйл, что я здесь делаю? Я чё-то сегодня какой-то был. Что это? What the hell? Когда я сижу дома, мне от этого становится грустно. Поэтому я вышла прогуляться и привести немного мыслей в порядок. Лан, если что-нибудь произойдет, пожалуйста, храни это с собой, как амулет на удачу. Ролл Р. О, Ролл Р. Ой, воспользуйся этим, окей? О, мейл коут, наконец-то. Береги себя, Лан. Так, ну нам дали ролл, это очень здорово. Атака на enemy then heals you. Ну, такое себе. Не особо, чтобы особо, но... Типа, чем богато, тем мы рады. Чем богаты, тем богаты. Так, и нам дали мейл-код. Лан в лимбе просто. Да реально, что я здесь делаю? Это настоящее мужло. Подошел. Девочка стоит грустная. Ее обобрали на друга детства. Он подходит. Стоит с потерянным взглядом. Он подходит к ней. Мейл, что я здесь делаю? Это как бы наезд на нее. Какого хера она здесь с грустным лицом стоит? Так, ладно, погнали. Так, надо в мусорку. Где моя мусорка? Ом-ном-ном. Ом-ном-ном, мусорка. Где? Ну нет, дай в мусорку. Не надо мне катсцены, сука! Что-то как тихо. Мы закончили. Сейчас управление основной системой полностью отказало.
Что нам теперь делать? Просто муж взрослый, мужик ссытся под себя и выбегает из здания. Ага, основная система это та, что сверху. Из того, что этот парняга говорит, судя по всему, это очень плохо. Погнали, Мегамен. Окей. Так. Подожди, а когда ты говорил про мусорное ведро, ты что имел в виду? Потому что я что-то как-то мусорного ведра здесь не нахожу. А, вот оно. Регап, да, хорошо. Я все забываю, что их надо прожимать на... по-всякому. Так, все отлично. Регап, регап... Подожди, а регап... У меня 8 теперь, да? Это значит то, что я могу начинать с меча, да? Нет, меч на 9. What the hell? А что у меня на 8? Канон? Ну, а как бы есть канон... Плюс копи... А копи дэмэдж сколько у меня? Ролл 20, White Sword 16, копи дэмэдж. Чё у меня копи дэмэдж? 12, астериксовый. Ну, кроме канона я тогда ничего и взять-то не могу. Ну ладно, давайте хотя бы канон, чё. Или бастерап, может быть, с бастерапа? О, есть ариаграб. О, да, не, ариаграб это хорошо, реально. Не, ариаграб... Как бы... Ну, у меня есть мечи, как бы, да. Реаграб хорошо, он просто S, да, сойдет. Ограничить мобильность. Вообще, как правило, лучше не ограничивать мобильность. Лучше сразу просто разбивать. Так выше рейтинг всегда. Так что, когда смогу поменять, поменяю. Так, погнали сюда. Заперто. Чтобы оно открылось, нужна подпись Сайлэп. Мембер Сайлэп. Ладно, пойду сюда. Так. Так. Как папкин. Джакин Мегамен Экзекут. О, здесь можешь что-то сделать. Анлокер. У меня нету анлокера. Бро, говори, пожалуйста, что в таких анлокерах лежит, потому что я не могу на самом деле. Ну, я вообще как бы куплю анлокеры, буду таскать, их как бы сохраняться. Так, ролл. Вот тебе и ограничение, ё-моё. Так, слушай, давай так, ладно. А, тут даже так. Помнишь, что гражданин из Мегамен X4? Припоминаю. Так, а сколько ты наносишь? О, ролл, кстати же, бьет кучу, да? Ролл 20 плюс 10. Она же бьет кучу атак, да? Ну, 3 атаки бьет. То есть ролл плюс 10 это сугубо 90 урона. Еще и выхил. Так, хорошо. Джекин, Мегамен Экзекут. Это то же самое, я подгружаюсь или что-то другое? Кажется, это то же самое. Два чела пили кофе. Так. Подожди, а где эти подписи-то возьму? Чё-то я не дружу пока. Так, где мне найти эту подпись? Вот тут вот. Все. Let's see, that's it. Вот же она. That's ID. О, отлично, все, пусти. Отлично, при помощи... ID отца мы можем пройти через Cellab Security. Поехали. Да. Еп. Мы должны открыть эту дверь. Еп. Погнали, Лан.
Я отходил первое, помнишь, каждый день на выше. Я не слышал ответа, к сожалению. Второе, в пилетах данных bug fix edge. Но не факт, что это оно. Это утилит чип для устранения багов у Мегамена. О, прикольно. Это типа, чтобы перенарушать условия сбора этих программ. Не знаю, по-моему, в прошлых играх это было не нужно. Так. Здесь главная система. Но почему здесь никого нет? Ты прав, это странно. Нам надо найти того, кто бы это ни был, кто вторгся в главную систему. Ладно, пошли меня в главную систему. Окей. Угу. Так, а здесь что-нибудь есть? Нельзя. Сайдовых штук никаких не надавали. О, кажется... Ой, скипнулась сцена. Ой-ой-ой, скипнулась сцена. Очень жаль. Очень жаль, там они обсуждали, как сейчас они будут спасать отца, ребят. Как же. Так, это у нас Scilab One. И где? Вот она, Scilab One. Блин, а я, кстати, могу здесь режим дисплей settings, screen layout, display mode. Скажи мне, пожалуйста, window with full screen, borderless. О, borderless, да. У вас нормально работает эта штука теперь? B return. Это я просто так буду делать. У вас нормально все? А вообще ничего не меняется. Это borderless также осталось. Или ты не поменял просто? У вас все нормально, да? Хорошо. Хорошо, поехали. Так. А я где вообще? Я main comp один. Подожди, я не в Scilab, я в main comp. Это вообще что такое? Main comp. Это вообще что такое? What the hell? Бро. А где у меня main comp? У меня нету карты main comp'а. Это как? Не могу мне пояснить. За базар. Хотя это зеленая. 500 зенисов. Божечки-кошечки, что же делать? Данные бэкапа все повреждены. Не мог бы ты реорганизовать дату, поменять эту дату? Страж тяжелее, чем кажется, она тяжелая. Ты же мне поможешь, так. No problem, sorry. Так. Nope, я тебе скинул ссылку с еще одним архивом карт. Спасибо. Я знал, что ты меня не подведешь. Позволь мне объяснить тебе, как можно реконфигурировать дату. Восстановить дату — это единственный способ пройти здесь. Дата хранится в этих блоках. Нажми А, чтобы удалить дату. Ты можешь поменять дату с другой датой в другом блоке. Или ввести дату в пустой блок.
Но ты можешь двигать дату только ограниченное число раз. Если ты сделаешь больше движений, чем положено, ты активируешь защитную систему, так что будь осторожен. Все понятно. Понял. Теперь я подскажу тебе правильный порядок для этой даты. Дата упорядочена в соответствии с номером. Слевое число это дни, это дней, это то, сколько дней в неделе. Центральное это сколько? Это половина месяца в году. А третье это число, которое на противоположной стороне кубика от 5. Если забудешь, спроси меня снова. Так, хорошо. Давай, давайте скачаем вот эту ППГу. Да. Да, Фалькор, конечно, да. Не ожидал я такого, не ожидал. Так. Так, 7-4, извлечь 3-7-4. Что же не в таком... Так, это у нас main comp. Так, ну здесь... Так. Хорошо. Хорошо. Мне кажется, он с виду не плачет, когда говорит. Так, а сколько мне надо... Так... 7-6-2, да, у нас пароль. Так, я могу 2 и 6 поменять местами, а потом 7 и 6. Да, ведь так это работает. Дождусь, когда он прыгнет на меня. Из-за того, что он шифтит. Так, 2. Remove this data. Так, exchange this data. Да. Change this data, да. Угу. Так, побежали дальше. Так, какого хера у меня тут целое? Инфу, пожалуйста. Так. Так. И все хорошо. Ищем вкусняшки. Говорим с каждым ботом, потому что они будут теперь давать подсказки явно относительно говна. Так. О, какой-то большой бузук. Ты кто? Давай я понадеюсь, что я могу тебя взять, потом взять тебя, потом взять тебя. Ну, если не получится, я в тебя пристрелю. Так, ты где? Он сразу пошел на мою сторону. Ах ты ж, сука. Попал по мне, собака. Так, ты кто? Fire Hit Q. О, Fire Hit Q. У меня же было уже что-то на Q, да? Так, посмотрим. Chip Folder. Fire Hit. Slams closest enemy. Ага, автоаим. Кстати, это вторая хрень, которая с автоаимом уже на Q. Окей, это интересно. Так, Thunder P. Это хорошо. Оббегаем, обходим. Видим зеленуху.
Хорошо. Берем милишку, берем эту хрень, берем эту хрень, берем эту хрень. Ждем. Ух, как быстро. Блин, слушай, что-то вообще не круто. Я пока не очень дружу с ними. Привет, не хочешь перерыв на 10 минут на мой видосик или во сколько мне заходить? Ой, бро, сегодня у нас Мегамен. То есть только если после трансляции перерыв на твои видосики. Типа с 10 там до чего-то там. Вот. И то сегодня типа не очень много народу. Мне кажется, ты не заинтересован в этом. Ты, наверное, хочешь сделать это на Хардстоуне. Кэнон... Оу! Кэнон Астерикс! Охереть! Это жарко. Это очень здорово. Здесь сразу меняем, само собой, Би на Кэнон Астерикс. Это уже очень здорово. И Кэнон Астерикс это сразу... Значит, а теперь мне надо Кэнон Би взять. И значит, как только я нахожу Кэнон Эй, мы сразу можем делать комбос. Правильно я понимаю? Десять метров. Назначь дату мне тогда, плиз. Я не могу тебе назначить дату. Я готов сделать и сейчас. Вопрос в том, что хочешь ты. Ой, прости, не сейчас, а сегодня. Так, Кэнон Астерикс это точно жара. Давайте его и возьмем. Мне в любом случае надо и A, и B. Так что вот так вот. Так, здесь... Не то жму. Так, Кэнон Астерикс это секси. Секси. Так, здорово. ПНА. Эта дата очень запутанная, так что будь внимателен, окей. Левая буква сочетается, превращается в монетку. А все слово. Вот эта буква и икель. Средняя буква превращается. Завершает монетку. Слово. Ку. Подчеркивание. Куртер. Так, нап. Пароль нап. Правая буква превращается в монетку. Слово. Энни. Так. Понял. Так, как правильнее всего? Да. На видосики мои. На видосики мои. Хорошо, Карин. Спасибо большое. Так. Давай тогда П, а... Забираем П. Забираем П. Забираем П, меняем с А. Здесь нету как такового. Пазла. Пазл тайма. Так, хорошо. Побежали дальше. Так, нам надо сюда обязательно забежать. Здесь нихера нет. Отлично, забежали. Проверяем зеленуху. Так. Так, здесь контратака, и здесь вот эти штуки. Давай, иди сюда. Сойдет. Так, тоже фаер хит кул, хорошо. Ага, вижу. Вижу, бегу вкусняшку. Так, что там заказал? Какая у тебя там награда? Все сложно. Так, здесь так, пожалуй. Угу. Ну. Кто из вас клоунов куда-то пойдет? А, ты только... А! А, ты выжил!
Понятно, ты фронтальный, я об этом не подумал. Призыв питомца. Ой, знаешь, он такой ленивый. Да, на самом деле, с точки зрения геймплея, они так-то нашли хорошую тему. Мне тоже нравится геймплей. Мне кажется, он прикольный. Они его как бы реализовали дерьмово. Справедливости ради. Реально. То есть можно было просто в разы лучше сделать. Но как бы, что поделаешь. Так, здесь воруем, здесь клеваем, здесь закрываем при помощи этого. Здесь, если получится, вот так вот. Да, концепция хорошая, факт. Вообще, о, пи. Хорошо, ТВР. Так, нам надо здесь, наверное, кнопку нажать, а здесь понятно. Поехали. Подумай об этих четырех животных. Собака, кошка, сова и крыса. Одно из них не принадлежит. Так, ну аул, наверное, не принадлежит. Даже я не знаю ответа. Какая загадка! Так, подожди. Почему здесь ТВР? Подожди, здесь О, В, Л и... Это типа со всеми с этим надо? Окей, мне нужна информация для животного, которое можно найти в смоле. Как ты думаешь, это реферна лабреторпиц? Я даже не знаю, что это такое. Что это такое? Я не знаю, что мне делать. Я не могу ничего понять. Так, хорошо, если здесь будет аул, то здесь тар, рат, аул, рат. Это какое-то... Это совместное? Это какая-то совместная, что ли? Да, это какая-то совместная. Тут надо из трех вот этих комбинировать, даже правильно. Угу. Явно из трех надо комбинировать. Ты столько! Ох ты же, они меня говнят! Блин, этот чел меня просто раздражает. Так. Получай. О, ролл. Боже, храни ролл. Сколько она меня нахилит? Надеюсь, хотя бы 20 там будет. О, нифига себе, 60. Нихера себе у нее хил. What the hell? Так. Ладно, хорошо, давай all rat. Да.
Дед хоть и уехал, соль всегда при нем. А чему нет-то, ё-моё? Так, здесь меня интересует вот эта штука, вот эта штука, вот эта штука на всякий пожарный. Хотя можно, в принципе, и сохранить. Да ты меня раздражаешь! Я ненавижу этих чуваков. Они, я не знаю почему, но они очень мега-гига-мерзкие. Они очень-очень неприятные. Я боюсь уже видеть их в грейженной версии. Прям вот не хочу. Так. Main Comp 2. Поехали. Так, где у нас тут подарки? Full Energy. Full Energy, Full Energy, где у нас лежит? В самом конце, а здесь вот эта штука. Хорошо. Так, давайте. Аолк. Чилд. Уже можно как-то... Колб. Ладно, сейчас узнаем. Так. Угу. О, можно на один вперед идти. Как удобно. Интересно, интересно. А-а. Это подожди, нет, давай. С-С. Иди сюда. Хорошо. Ой, хил, слава богу. Давайте поговорим с тобой. Мне нужна помощь. Часть моей датабазы в местах была повреждена. Что это за место, начинающееся с H? Коридор интерьера корабля. Чтобы я знал, что это назвал. Хаул? Хаул? Хаул это называется? Или холл? ЛЛ? Да, это халла. Халла. Мне нужна помощь. Так. Тогда, что там другое-то тогда? Если мне холл забираем, то ЛЛ. Мне остается что? CH. Да та база в местах была разрушена. Я теперь не понимаю, что это за место. Это описание. Платформа, чтобы... On-off ships? From getting on-off ships. Это что такое? Платформа для включения и выключения кораблей. Подожди, почему включение и выключение? Что за фигня? Все, что я знаю, оно начинается с D. Так, это док? Так, это док? Цк? И холл. Ладно, хорошо. Ну ладно. Так, хорошо. Этого тыкаем, этого тыкаем. То просто продамажим постольку поскольку. Хотя на самом деле надо было. А, хер с тобой. Ребят, я не виноват, что они орут. Не я придумываю правила игры. Прошу прощения, ребят. Я человек подневольный.
Сойдет, кста. Ну, отвали. Долг. Так. Держи здесь плюс дамаг сразу. Держи. Так, здесь надо вот так вот. Ага. Во вниз спускаемся, джибасим его. И здесь. Каунтерхит, каунтерхит. Да, неплохая штука, кстати, нормально наносит. Ру-ру-ру. Ру-ру-ру. Ру-ру-ру-ру-ру. Так, туда мы побежим в конце. А здесь нам надо нажать кнопку. Security door has opened. Ебой. Сюда мы можем всосаться, но мы пока не можем ничего. Здесь у нас есть налево небольшой закуток. Кстати, может там зеленуха есть. Так, хорошо, здесь давай начнем тогда с... Ух ты, неприятнич какой. Не-не-не, здесь как раз таки красиво не будет. Начинаем с тебя, а потом затыкаемся, затыкаем тобой. Угу. Класс, Саша, класс. Класс. Может, тролл дождаться? Ай, хер с тобой. Так, фаерхит Q еще один. О, кстати, зеленуха хорош. 880 зенис. Очень подозрительное количество зенисов. Так, анлокер надо взять уже. Так, здесь у нас ничего интересного.